Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем с вами проходить игру Cuts. Чемпионат завершен. Так, я что, на шестом месте получается, что ли? Так, денежку получили. Ранг шестой, так, верно все. Так, вы разблокировали более мощные детали. Конечно, я возьму обезьянку или чебурашка, кто это, я не знаю даже. Так, я получаю легендарный сундук, а из него выходит классика. Ролик, 20% для титана. Катер, 30 для кого-то там непонятно чего, валу. И комплект атаки. Что ж, довольно-таки неплохо. Забираю я это все себе. Так, куда нам дальше-то надо, интересно мне. Мгновенно, ранг 6. Мне нужно до ранга 3 добраться. Так, так. Пригородный чемпионат. Угу. Замечательно просто. Так, успешных защит в чемпионате 1. Всего одна. Детали на кону. Один. Проверьте результат. Ну, давай проверим. Смотреть. Слушайте, я уже и забыл, на кого я ставил, если честно. Не помню. Ага, смотрите, как он его хорошенько пригвоздил. Ой-ой-ой-ой-ой. Погиб тот. И моя ставочка проиграла. Хотите восстановить утраченные детали бесплатно? Конечно, хочу. Так, готово. Вы успешно восстановили все детали. Ну и слава богу. Так, ну что, мы переходим с вами к ставкам. Я не знаю, а стоит ли мне вообще ставки ставить, а? Так, как думаете, кто победит, этот или этот, а? Так, тут плюс 3%, тут плюс 1%. Я, наверное, поставлю... Да, они практически одинаковые машины-то, кстати. Давайте сюда. Так, перетащите детали на кон. Интересно, а что я могу перетащить? Что мне такого ненужного, а? Нету у меня ничего. Ладно, ребят, давайте мы будем играть. Ставки — это все хорошо, но для начала, естественно, мы заменим эту тарантайку. Она мне не нравится. Но для начала нам нужно определиться, что мы будем ставить взамен. Что у меня есть, ребята? А есть у меня корпуса. Так, поехали. Какие тут у меня? Двухзвездочные, трехзвездочные. Так, и все, да, получается? Хорошо. Ладно. Этот у нас что? Влейте в оружие, чтобы улучшить атаку. Ну, давайте вольем ее, например, я даже не знаю, в дрель. Или же... А у меня что, только дрель? Ага, у меня даже ракетниц нету. Точнее, она есть одна. Но сейчас она стоит на машине. Ну, давайте, наверное, вольем в дрель потом, да? Так, меняем корпус. Двухзвездочный. Хотя он мне, честно говоря, не особо нравится. Ну-ка, воткнем... Ага, получился единорог какой-то. Ну-ка, колесико, валун, так называемый, 20 для титана. И еще, а, вот у меня еще продолжение. Так, значит, нам еще нужно одно колесо. Ну-ка, приблизительно, если мы поставим это. Слушайте, он у меня будет дрелью вниз смотреть, насколько я понимаю. Мне это не нужно. Так, наклеечки, хиреечки, это все понятно. Так, что, я не знаю, может для теста испробовать ее или не надо? А могу ли я еще что-то воткнуть, а? Ну-ка, во! Вот так вот будет, наверное, самое то. 133 хп, 15 атаки и 7,7 энергии. Да. А если мы поставим, например, точнее, в корпус вольем? Да что такое-то, блин? Почему оно все исчезает-то у меня? Вот это вот оружие вольем в дрель. Вот сюда. Что он нам прибавит? Насколько? Ну-ка. Так, ага, плюс 10. Неплохо. Итого у меня плюс 25 к атаке дрелью. Все, ребят, давайте поехали, наверное, тестить. Так, это у меня детали. Все, поехали. Хе-хе, смотрит он. Быстрый бой, да? Или чемпионат? Так, я на каком вообще? На 14 месте, что ли? Не пойму. Ну, давайте битву. Битва против всех. Ясно, поехали. Тири-тири-ти. Я разбираю, ребята, я разбираю этого сосунка Хеда. Все, готов, парнишка. Беги, лети, что хочешь делать. Так, а здесь что у нас? Неплохо, неплохо. Без колес, но... А это что такое? Это что за чудила? Нет, 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 только не это, ребята. Нет, я его разбираю, разбираю, Нет, ну как так? Как так можно было просто-напросто перевернуться? Так, тихо, одинаковые. Но моя сильнее. Сгори. Отлично.
Так, погнали далее. Это что такое? Это что за тарантайка, которая вообще без оружия? Да, парнишка с манио, надо тебе тренироваться делать машины. Так, опять одинаковые дрели, но моя, как видите, сильнее. И на разы. Так, 4 победы. Это что такое? Что за пугало? Что он тут придумал? На, получи свое. Вот и другой разговор. Так, а здесь у нас что? Здесь ракетница. Ну, посмотрите, она сильнее меня, и поэтому я проигрываю, к сожалению. Ладушки, давайте теперь. О, вот такое вот я люблю. Халявка называется. Давай, чайник, пока. Так, опять ракетница. Но в этот... Эй, что ты делаешь? Ты зачем меня поднял своим ковшом, а? Вот, нормально. Ну что? Ох, есть победа моя, Джеф, пока. Так, а ты что? Что ты делаешь? Что ты чудишь? Так, у тебя атака слабее, поэтому я должен победить. Вот так вот, отличненько. 8 побед, это не дурно, ребятушки. Что это такое за пукало сейчас было, я так и не понял. О, циркулярочка, конечно, бьет нехило. И я проигрываю, жаль. Так, Амир. Что тут у него? Блин, у него атака слабее, но почему он меня так легко разруливает? Да, невезуха. Так, а здесь что? Ой, 38 атаки. Это очень мощно. 14-й бой был. И результаты. Выиграно 8 боев. Я получил деньги. А куда деньги? Можно эти приспособить, так сказать. Так, новости чемпионата. Да, в этих новостях меня даже и рядом не было. Но зато я теперь на 6-й позиции. Давайте-ка битву. Так. Ёлки-палки, да вы смотрите, что чудит эта пила, блин. Так, ага, тут две ракетницы. Но, по-моему, победа будет за мной, да? За мной. Давай, Ливерхаб. Ух ты, а здесь что? Ага, здесь вот такая вот хреновая петруха получилась. Потому что, ребят, смотрите. А, нет. Все-таки он выруливает, гадюныш. Ну ладно. Так, это что за маленький пукел? Ну, он выигрывает меня чисто по победе. 29 атаки против 25. И мне немножко не хватило. Ладно. Какая мощная у него ракетница, а? Ты посмотри, всего 26 атаки, а бомбит как будто все 100. Ладушки, следующий у нас оппонент. 15 атаки, да какого лешего он меня так быстро разбирает? Я не могу понять. Наверное, у него усиленный какой-то корпус. Ладно. Слушайте, что-то не фартит, ребята. Какое-то мое везение куда-то исчезло после первого поединка. Может быть, я просто перепрыгнул ступеньку выше, и тут начали соперники более продвинутыми быть. Тихо, родной. Вот и другой разговор. Так, одинаковые у нас тачки, но моя пила, ребятушки, сильнее, точнее, дрель. И гудбай, котенок. Так, а здесь-то что это за параша у меня там спереди стояла? Я так не помню. Ну-ка, сдохни. Вот и другой разговор. Белым флажком помахал на прощание. А вот это называется, ребятушки, халява. Чей, пока. Обожаю. Так, бой 13-й. Тихо. Вот это не надо делать. Смотрите, как хитро. Нет, вроде бы я выровнялся. И есть шанс. Нету шансов, ребята. Нету никаких мне шансов. А это что за... Что это за изобретение гениальных инженеров? Так, выиграно 7 боев. Я получил 57 монет. И успешных защит в чемпионате 4. Так, Амир перешел мгновенно. Почему я не могу перейти мгновенно, а? Потому что нужно сделать, ребята, 12 побед. 12, а не 8 и не 10. Сделать ставку, он меня просит. Тони, я не хочу, но зато у меня есть 2 улучшителя. И куда бы мне их потратить? Больше монет при продаже деталей повышает здоровье всех нитро. У меня нитро нету. Так, жало наносит больше урона. А вот это, наверное, можно, ребята, улучшить. Вот так, на 20%, да? Отлично. И у меня еще единичка создает дополнительную энергию всем титанам. Так, вот интересно. Или монеты? Ну, здоровья однозначно нет. А здесь я не могу. Так, больше монет при продаже деталей. Слушайте, а что тут? Еще можно, оказывается, детали продавать? Интересно, а где? Так, ну что же, повышение здоровья всех катеров. Не знаю, правильно я сделал или нет. А где же тут продавать детали можно, ребята? Интересно. Так, тут у нас продаются ящики за кристаллы. Ну, это меня не интересует, если честно. Странно, это что у нас? Это друзья фейсбуковские, найти.
Ну что же, кое-кого я нашел, ребята, и давайте посмотрим. Ага, я с ним могу еще и повоевать. Ну давай, Кекс, посмотрим, кто кого. По-моему, Кекс, тебе пора в духовку допекаться. Ты уж прости, дружок, пока. Довольно легко было. Так, я выиграл, и что? Просто был дружеский матч, по ходу дела. Ладно. Так, в чемпионате 3. Этот игрок мгновенно перешел на следующий этап. А я, как всегда, сижу в сторонке и дымлю. Получите ящик с деталями. Так, ну что ж, давайте быструю игру, чтобы получить ящик с деталями. Ого-го, вот это ты круто сделал, браток. Вот это неждачка. Вы смотрите, что он сделал. Ребята, сейчас откроются двери и меня раздавит. Гениально просто, а? И я упал на ступеньку ниже. Мне это совсем не нравится. Так, ладно, давайте-ка еще разочек. Блоджет. Ну давай, Блоджет. Что такое? Что? А, не удался твой фокус. Извини, пока. Так, ну пока идем вроде бы приблизительно на равных. Ага. Награда за серию 7 каких-то кошариков. Непонятно, что они, конечно, дают. А что это там у меня за стрелочка? Ага, открыть за 10 кристаллов. Ящик я получил, да? Или ждать 2 часа. Ну, давайте, наверное... Ну-ка, можно здесь ускорить? Так, я посмотрел видео, и насколько же мне ускорило? Ни черта непонятно. По-моему, нифига не ускорило, ребята. Ерунда это все. Не стоит смотреть видео. Так. Ага. Все, браток, попался. Я тебя зажал. Хе-хе. Флажок машет он мне. Так, награда. Я получил второй этап, или как это назвать? Второй уровень. Так, а что же вот это вот кошечки означает? Интересно мне знать, вот эти синенькие. Так, Маночия. Ну давай, Маночия, посмотрим, как его. Ух ты, ух ты, ух ты! Смотри, как хитро. Слушайте, по-моему, нам обоим конец. Нет, скорее всего, конец будет ему. Смотрите. Оп. Пока, братиша. Извини, что так получилось. И я получаю третью. Ага, серия за награду, 15 вот таких вот синих кошариков. Замечательно. И что же они все-таки мне дают? Я не понимаю. Так. Гуфора. Ну-ка, иди сюда, Гуфора. Извини, браток. Извини, слишком слабая твоя тачка. Так. Поехали далее. Так, что тут такое? Ага, один. Оу, я получил супер ящик. Открыть за 30 кристаллов. У меня нет таких. Нету у меня кристаллов. Так. Ну давайте тогда этот ускорим, откроем точнее. Так, и что же мне достается? Пила, 3 звезды, замечательно. Импульс, я это не знаю, что такое. Ракетница, валун и 495 монеток. Шикарно, а теперь супер ящик. Начать. Ой-ой-ой-ой-ой, 6 часов, ребята, 6 часов целых ждать, пока этот ящик откроется. Ну что же, придется ждать. А у нас тут ставка очередная, да? И на кого интересно мне поставить, ребята, а? Как вы думаете? Давайте на этого. Так, перетащите деталю на кон. Где мне взять деталю? Ненужную причем. У меня две ракетницы, так? Да, две ракетницы. И вот это вот, корпус. Может быть, корпус поставить? Давайте, наверное... Нет, ребята, я передумал. Ничего мы не будем ставить. Не хочу я ваши ставки. Мало ли, я еще проиграю. Так, лучше я сделаю что-нибудь со своей маленькой могучей машинкой. Блин, 2 звезды, 100% здоровье. Вот, не знаю. Тарахтелочка такая, да? Так, у нее, кстати, 2 разъема под оружие. Ну-ка. А почему? Почему не хватает энергии? Я не пойму. Что не так я делаю? 3 звезды. А, ребята, смотрите, в чем тут загвоздочка оказывается-то. Это оружие, получается, у нас 7 звезд. Вы видите, вот с левой стороны, да, 45 атаки, 7 звезд. А вот эта техника, которую я взял, она всего содержит 6 энергии. Вот колесико, например, легко сюда зайдет. Вот эта штучка сюда подойдет. Вот это колесо тоже подойдет. Подойдет же? Да, подходит. Вот. А дрель я, пилу я не смогу поставить, потому что слишком много она требует энергии. А вот дрельку вполне, потому что она всего 5 требует. Ясно, да? Смотрите, какая у меня мини-тачка.
Ага, а вот ракетницу я уже, к сожалению, не могу. Не хватает энергии. Так что тут получается, что если хочешь много иметь оружия на своей машинке, то у тебя должно быть энергии достаточно. Только в этом случае ты можешь легко и непринужденно пользоваться этим. А так, извините, пока болт. Придется такой машинкой мне, ребятушки, и играть. Давайте глянем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я его так вот просверлил насквозь, так скажем. Так, пятое у меня уже место там. Так, что тут опять? Так, 145 монет я получаю. И поехали дальше. Цай. Ну, давай, цай, полицай. Ох ты, ох ты. Ты что чудишь-то, браток? Ты не чуди. Я тебе немножко вот так вот. Немножко тебя просверлил насквозь. И следующий у нас оппонент. Да, все понятно, я забираю. Что у меня будет через... А, ну понятно, это быстрый бой, получается единичный. Тихо, тихо, нифига ты отрастил себе будку. Вау, 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 вау. У нас одинаково, я все-таки побеждаю. У нас одинаково был урон, но я победил. Так, это что у меня, ящик что ли получается? Я выиграл, да? Так. Вау, ребята, я еще один ящик выиграл. Зашибись, за 10 этих можно его открыть. Я, естественно, открываю и получаю ковш, ракетницу, циркулярку, бигфут и 495 монет, плюс 2 кристаллика. Довольно неплохо, довольно неплохо. Так, что мы можем... Да мы не можем, наверное, ничего на нее установить. Так, ракетница, она требует 6 звезд. А было бы неплохо, может быть, ее поставить вместо дрели? Стоит ли она того, а? Это получается, если я сниму колеса, даже все, все равно мне не хватит энергии. Блин, обидно, конечно, ребята, обидно, что тут такой вот ограниченный выбор. Но, с другой стороны, это и, как бы вам сказать, справедливо. Потому что если бы я сейчас обвешался бы всякими пилами, дрелями и ковшами, то я бы был просто непобедим. А здесь, извините, надо выбирать, чтобы, как говорится, и маленькие ребятушки могли выигрывать на халявку. Так. Как вы думаете, прокатит? Я не знаю, что это такое, если честно. Ну, давайте посмотрим. Смотрите, она практически у всех есть. Так. Ой, ой, это что такое было? Она почему-то не сработала. И я даже не знаю, как она должна была сработать. Блин, обидно, конечно. 58. Так, джампер перешел мгновенно. Блин, а почему я не перехожу мгновенно, а? Донлон. Ну, давай, Донлон. Ага, вот оно что, ребята. Это какая-то штука, от которой меня отталкивают. Типа, так скажем, тарана. Ну, что-то в этом роде. Ёлки-палки, я все ниже и ниже скачиваюсь. Скатываюсь по ступени. И мне это не нравится. Ну-ка, давайте что-нибудь другое покумикаем с вами. Ну, однозначно, не башни. Вот эту, может быть. 23% к атаке, да? Тут-то 100% в жизни. 100% к жизни, блин. Так, давай-ка вот это уберем. Так, а может быть ракетницу просто поставить? Ну-ка. Так, плюс 18. Итого у меня 90 жизней и 18 энергии. Ой, и 18 атаки. Так, а это у меня уже не влазит. Все, перебор с энергией, потому что полностью забито электричество якобы. Питание. Ладно, давайте. Альфред Дитойс. У-у-у, братиша, ты попал. Ты уж извини, что у тебя такая башня какая-то, как сказать, неустойчивая. Пока. Да, только осталось позлорадствовать над его проигрышем. Ну, а мы идем дальше. Да понятно, понятно это все, что победа за мной, кто бы еще сомневался. Так, тут, ой-ой-ой-ой, ребята, вы посмотрите, посмотрите, какая мощная пила. Ах ты, зараза, да, он меня, конечно, не пилит, но сейчас выйдут пилы. И все, я проиграл. И так нелепо причем. Ёлки-палки, ты не знаешь, что здесь лучше поставить. Или дрель, или пушку, а? Жестокая, жестокая, ребята, игра. Так, у него тут дрель и ковш. Ну-ка, кто кого? Ну, по идее, я веду, ребята. И я его сделал. Сделал, причем, очень даже замечательно. Так, очередная моя победа. И, а как интересно еще ящик получить? Сколько нужно вообще выиграть, а? Я так и не понял. За сколько вот этих вот побед мне дают ящик? 5 часов 53 минуты. Ну, это, конечно, слишком долго ждать.
Ага, я на 25-м месте, ребята, на 25-м месте. Да я самый чепушил, я не знаю. Как же мне подняться по этой рейтинговой лестнице, а? Так, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Все-таки машинка моя неустойчивая. Она маленькая, компактная, но неустойчивая. И это меня жутко раздражает, прям бесит. Не знаю, что делать. Может быть, опять поменять, а? А что ж тогда выбрать, ребятушки? Что же мне выбрать? Какой корпус? Корпус у меня, конечно, какие-то не ахти, если честно, да? Трехзвездочный вот этот вот есть на плюс 20 атаки. Есть плюс 30 хп. Ну-ка, как-то, если честно говоря, смотрится неказисто, но если ее сейчас приправить, ну-ка. Так, подождите, давайте, наверное, не знаю, давайте пилу попробуем. Ну, как-то я фиг знает, если я даже упрусь в него верхушкой, пила не будет пилить, так? Так, значит, смысла в ней, естественно, нету. А от ковша какой мне смысл? Просто ковш будет, и ничем не ударить, не пробить, тоже не вариант. Ядрить его на корень. Вот выбирай, называется. Так, ну эти все. Вот это, в принципе, которая рядышком, она хороша была бы. Но мало ячеек. Так. Нет, ну с наклейкой это все понятно. Ну зачем ковш? Ковш там не зачем. Давайте, наверное, заменим учу. Чем-нибудь. Чем можно заменить? Так, давайте колеса поставим. Так, одно есть. А, нет, все колеса у меня стоят. Вот так вот попробуем. И получится? Нет, не получается у нас, к сожалению, поставить еще пилу. Тогда, наверное, в ковше вообще полностью отпадает смысл. Или же просто поменять корпус. Даже уже и не знаю, что лучше сделать, если честно. Хочется такую и устойчивую машину, и вроде бы и невысокую, чтобы она не переворачивалась, да? И в то же время, чтобы у нее было дополнительные слоты. Так, у этой машинки 6 энергии. Так, если я поставлю... Все, вот я ставлю лишь только одну пушку, как вся моя энергия полностью заполнена. И все-таки у этой ракетицы 22 атаки. Так, вот это колесико ставим. И... Не, давайте другое, наверное. Так, давайте вот это вот, 20 хп, да? Так, итого получается 72 и 82. Да, черт тебя подери. Ну что ж, давайте попробуем на этой машинке. Так, ну-ка. Что ж, неплохо. Да ядрить тебя на коне. Вы смотрите, ребята, а. Машина, да, хороша. Ну, она наехала на конусообразную тачку, и тот меня просто просверлякал. Ты знаешь, что у тебя уже появились спонсоры? Нет, дядя Тони. Они желают твоей победы и время от времени будут подкидывать детали и монеты. Забирай. Вот это ты меня порадовал, Тони. И что же мне тут дают? Трель, пила, диск, жало, ковш, ракетница, комплект атаки. Ну что же, неплохо. Ну жалко, что, конечно, все это повторяется. Интересно, а когда будут, например, новые корпуса, да? Я представляю, с 10 этими ячейками. Там такой киборг-машина будет, блин. И ковш, и дрель, и ракетницы. Да, будет прикольно посмотреть. Ну, вы прекрасно знаете, что это будет все в дальнейшем. Так, поехали. Что ты там пыхаешь? А с чем он таким пыхал на меня, а? Все равно он проиграл. Никаких шансов у него не было. Ха-ха-ха. Вот так тебе и надо. Так, замечательно. Так, 2 часа теперь. Ну, давайте откроем за 10 кристалликов. И что мы тут получим? Дрель, жало, циркулярка и пила. Пила четырехзвездочная. Ёлки ты палки, а. С каждым разом оружие все лучше и лучше. Поехали. Так. Ну, вот смотрите, а. Ну, что такое, а? Ну, тачка вроде бы ничего. Вроде бы неплохая. Ну, почему ее все время приподнимают? Наверное, она слишком легкая. Так, давайте еще разочек. Погнали. Я по атаке сильнее. И я выигрываю этот бой. Ух, так. Получаю победу. Замечательно. Так, ну что же, давайте глянем, что у нас тут происходит. Так, тихо. Отлично. Пила не достает. И я выигрываю. А если бы достала, был бы финиш. Так, погоди, я должен здесь выиграть. У меня 32 атаки, а у него всего 15. Как он мог меня победить? Я не понял. Так, ну здесь однозначно моя победа. Есть, легион сдох, все нормально.
Так, а здесь у него пила шмалит сильнее. О, ребята, смотрите, тут знаете, кто победит? Кто ближе к стенке? И такое впечатление, что это я. Конечно, не хочу прогнозов делать, но, по-моему, действительно я, ребята. Смотрите. Ё-моё, блин. Проиграл как ребенок. Ладушки, давай-ка. А вот это вот я вообще обожаю, когда видно еще маленькие детишки ставят, не могут еще понять, куда что надо влепить, и выставляют такую машину, которая просто для меня халявный опыт. Тихо. Блин, да как он мог меня победить? Все, ребята, я понял. Все дело, хотел сказать, в волшебных пузырьках. Все дело в ХП. Вы посмотрите, сколько у меня ХП на машине. 82. А у этих монстров по 170. Ну, вот здесь я выиграю, потому что я и по атаке силен был, и по ХП. Так же, как, в принципе, и здесь. А вот тут уже надо подумать. Нет, ребята, я его дрючу, потому что у него пила почему-то смотрел наверх. Непонятно мне причина. Так, здесь, а здесь, ха-ха, просто наехал на меня, и я его разбомбашил. Ну, посмотрите на эту пилу, а. У нее атака маленькая, но он меня сделал. Да, игруха не дает ни на секунду просто расслабиться. Если ты, конечно, сам себе не сделаешь какой-нибудь перекурчик, так скажем. Так, и сколько у меня звезд? 9. Почему до сих пор еще 9? Так, смотрите, там лазер. Когда я перейду на 4 уровень, я получу лазер. Так, ну. Здесь же должен победить. Ну-ка, а, ну да, победишь, конечно. У него 201 хп. Куда против моих 82? Так, ну здесь еще есть маломальский оп. Да что ж такое, это повторение, ребята. Это галимое повторение три матча назад такой же был бой. И точно так же нелепо. И я ведь ближе, да, стою? Ну да, конечно, я же стою и ближе. И меня, естественно, сейчас раздавят. Все, нагрели. Так, а здесь? А здесь опять я проиграю только из-за ХП. Блин, зараза, и здесь по ХПшке проиграю. Так, надо будет мне в следующий раз, ребята, усилить, наверное, свой корпус. Но, понимаете, прежде чем усилять свой корпус, мне нужно определиться все-таки, какая из этих корпусинок лучше. И мне кажется, каждая индивидуально по-своему. А ну-ка, выкуси, уродец. Лети отсюда, как говорится, птичкой. Так. Ага, сдох. Отлично. Так, ну а ты-то чё? Все? Ну-ка, не, ребят, ну здесь я победил, знаете почему? Потому что сейчас выйдут, да-да, именно стенки с пилами. И, естественно, он стоит ближе к стене, поэтому ему просто сейчас будет финиш. Вот и все, что и требовалось доказать. Так, а вот эта пила... Кстати, такой уже был чувачок, помните, да? Ну все, он не желез, короче. Так, а здесь? Здесь я должен победить, потому что я бью в него, а он мимо. Черный кот. Так, неплохо ты, браток, устроился там. Но тебя это не спасло. Так, а здесь-то что? Ну, стой вот так, молодчага. Поздравляю тебя с проигрышем. Так, а здесь... Да как, вот стоит немножечко где-то зажать в углу, и все. И просто разбирают. Разбирают как... Не знаю кого. Выиграно 8 боев у меня, да? Успешных защит 2 в чемпионате. Ну, он мне вообще хоть что-нибудь за это дает или нет? Какие-нибудь очки или апгрейды? Апгрейды? На самой машине апгрейды есть. Это вот разъемы под оружие. И у каждого свой. У кого-то есть 2, у кого-то есть 3. Так, а что такое? Пила сюда не подходит. Почему не подходит пила? А? Ребята, все, понял. У меня на корпусе 6 энергии, а пила требует 7. А пила требует 7, и это очень плохо. Потому что я ничего не смогу поставить. Нет, не получается у меня ее установить. Так. А если взять, например, другой корпус какой-нибудь, а? Например, вот этот вот. 100% для Бигфута. Так, ага, здесь пила вполне входит. Как раз тютелька в тютельку. 7%, 7 энергии на 7 энергии. И, естественно, больше я не смогу ничего поставить, кроме, естественно, колес. Колесико раз. И колесико два. Попробовать, что ли, такой машинкой поездить, ребята, а? А ковш уже все. Ковш уже полная труба. Так, ну что? И, я так понимаю, а этот тоже не вмещается. Забавно. Получается, у меня такой мини-пильщик.
Ну, давайте его протестим. Варио. Ух ты, Варио, смотри. Жжж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 
оружие практически на 35 единиц. Но моя пила, как видели, мощнявая. И пилит всех, кого не лень. Так, а здесь у нас что? Так, тихо. Я тебя немножечко попилю, и все будет нормально. Пока, черныш. Так, звездочку я заработал. Какую звездочку? Медальку. Так, тихо, моя победа, моя. Сосунок еще. Так, а здесь должна быть, по идее, моя, но почему-то я не успел, по непонятному. Тихо, моя, нет? Нет. Хотя почему? У него по атаке было меньше, а он меня вздрючил, и здесь то же самое. Не пойму. Так, а вот здесь извини, братиша. Здесь извини уже. Так, пилим. Главное, как говорится, дотянуться до корпуса машины, а дальше уже дело техники. Он ее распилит и что хочет с ней сделает. Так. Ага, красота. Неписанная. Я вот еще, ребята, подумал над чем. Это только лишь первая, как сказать, даже не лига, а турнир, да? А дальше-то, дальше что будет? Какие только там техники, какие, наверное, там только машины не будут, а? Надо будет обязательно до туда дойти. Моя победа, моя. Да какого ли? Да вы смотрите, а? Ну как нелепо проиграть вот здесь, вот в данной ситуации. Сейчас стены меня просто раздавят. Блин, если бы он меня не перевернул. Вы посмотрите, как у него корпус классный. У него три колеса на ней помещаются. Две пушки. Блин, ну вот. О, есть. Хорошо, как сделал я его. Так. О, вот этот самый легкий был. 53 хп, естественно. Так, 10 боев я выиграл. И это меня радует, ребятушки. Это очень меня радует. Так, я собираю. Я хоть куда. Кстати, ребят, я, по-моему, на первом месте. Если глаза меня не обманывают. Так, тихо. Да какого... А, ну правильно, у него хп было поболее. Ясно. Тут, видите, тут где-то сильнее орудие, да? Где-то сильнее, где-то больше жизни. То бишь, я сделал свою тачку и могу спокойно сидеть и смотреть за процессом ее боя. И, соответственно, мне очень легко и непринужденно это даже комментировать, так скажем. Вот, потому что очень, как сказать... От много каких дел не отвлекает. И, видите, я его просто разбираю, этого Шани. Так, а здесь у нас что? Здесь у него хп побольше, но моя пила его разрезает. Так, а здесь моя победа должна быть. Есть, красота, молодец, кошара. Рейчик, умница. Так, а вот здесь вот, ребятушки, нет, все-таки я его взрючил. Так, о, вот это вот не нравится мне. Сейчас перевернет, да? Слушайте, это уже, по-моему, где-то было. Вот 2 или 4 боя назад такая фигня уже повторялась. Точно с такой же машиной, которая меня перевернула и подставила вот под эту пилу. Непруха какая-то просто вообще. Ну, здесь победа уже за мной. Так, 12-й бой это у нас, да? Так, 8 побед у меня, ребята. Ну. Только лишь из-за хп я проиграл. Так, а здесь... Ох, красавчик, 53 хпшки, извини. Это мне на один зубок. Так, 10 боев я выигрываю, а когда же я перелетаю на следующий этот чемпионат-то? Так, ну вот, я на первом месте. А как мне перелететь, ребята? Куда-нибудь в другую лигу или еще что-нибудь? Так, ставочка, ну-ка глянем, что тут у нас. Так, 23 секунды, 21, 20. Так, ну что тут можно сделать, а? На кого ставку-то поставить? Я даже не знаю. На этого поставили 3449, а на того аж 5000. Ну, давайте, я не знаю, давайте. У меня ракетница есть, давайте ее. Так, окей, да? Ну-ка. Так, детали на кону, да. Блин, время вышло, к сожалению, вы не смогли. Я не успел, ребята. А следующая тут, извините, через 5 минут. Это очень долго ждать. 5 минут, но, в принципе, можно же поставить и заняться своими делами. Я думаю, ничего страшного в этом не будет, да? Так, однозвездочная пушка мне не нужна. В любом случае, даже если я проиграю, то и хрен с ней, как говорится. Так, ну а мы с вами ящики поглядим. Поглядели и хорош. Так, получайте ящики за быстрые бои. Так, серия побед должна быть у меня, чтобы выиграть ящик. Ну, я думаю, я этого сделаю. Даже по хпшкам я превосхожу. И по атаке тоже. Ну-ка, что это такое? Что это такое сейчас было? Я не понял даже вообще. Блин, и опять я куда-то скатился, а, по ходу дела.
Нету у меня серии побед. 5 серий побед нужно, да? Мили Емайл, ну ты назвался, братишка. Вот тебе, Мили, иди отсюда, не мешайся мне. Так, и... Вау, красота, ребята. Я получил супер ящик. Вы знаете, что такое супер ящик, а? Супер ящик — это супер детали, ребят. А супер детали, естественно, мне нужно доедрить тебя на корень. Прицела, ты задолбал уже на самом деле. Так, ладно. Очередной бой от батьки. Давайте посмотрим. Так, поехали. Есть моя победа. Не гунди мне даже здесь. Так, я так и буду. То подниматься, то опускаться. 5 серий подряд не нужно. Не получится, наверное. Так, а что это тут такое за стрелочка моргает? Деревянная лига? А, ребята, у нас, оказывается, машинки-то сейчас деревянные, блин. Вот они почему такие ядрить, а там еще металлические, какие-то еще карбоновые. Все, ребят, я, кажется, понял, что нас ждет впереди. Нас ждут впереди офигенные бои на супертачках, на металлических, там, на карбоновых. Так, ну-ка, иди сюда. У него всего 9 атаки, ничтожество. Сгори, я тебя просто распилил. Теперь понятно, почему у меня орудия такие, пилы, дрели. Потому что деревянные машины, естественно, мы их пробуриваем, просверливаем, распиливаем. Так, и, соответственно, у нас колеса тоже, походу, деревянные. Что ты ржешь? Ну да, выиграл ты. Ядрить тебя на корень. Так, успешных защит в чемпионате. Всего лишь одна защита успешна у меня. Да, хиленько. Фрейман, ну-ка, сгинь, Фрейман. Блин, вы видели, а? Круто сейчас было сделано. Ну ладно, ребят мои, дорогие, на этом я буду заканчивать свой выпуск. Обязательно с вами увидимся в следующей серии. И там еще поподробнее разберемся, что, как, где и почему. А на этом спасибо за просмотр. И увидимся в следующих сериях. Всем пока, не скучайте и удачи, ребятушки.